Что есть, чтобы худеть? Казалось бы, такой вопрос, но задавая его, мы натыкаемся на такой информационный айсберг, что многие просто потонут. Но я постараюсь максимально просто и емко. Вот у нас есть еда. А в этой еде у нас есть энергия, которую мы можем оттуда усвоить. Калории. Простым языком. Наша задача съесть как можно больше по объему, но как можно меньше по калориям. Как это сделать? Есть 4 пункта, которым стоит следовать. Пункт 1. Побольше белка в рационе. Почему? Белок хорош тем, что не вся его калорийность идет, собственно, нам на энергию. Часть его идет на то, чтобы строить новые ткани. Более того, на усвоение белка тратится много энергии, много калорий. Так называемый термический эффект. Пункт 2. Есть побольше клетчатки. Клетчатка – это углеводы, но они простые. Они не полностью усваиваются, но дают насыщение. Помимо этого, клетчатка очень полезна для здоровья. Где у нас много клетчатки? Ну, прежде всего, это овощи, фрукты, отруби. Всего этого можно есть побольше. Но с фруктами не сходите с ума, не надо их есть по несколько килограммов в день. Пункт 3. Пища для души. Да, если вы полностью поставите крест на мороженом, шоколаде, пицце, чипсах, в общем, на той пище, которую вы любите, и вы ее полностью себе запретите, то это только вопрос времени, когда вы сорветесь и обожретесь всем этим. То есть сорветесь с диеты. Да, это все тоже нужно есть, хотя бы иногда, хотя бы в ограниченном количестве. Чтобы не сорваться с диеты, чтобы просто не сойти с ума. Все мы люди, все мы любим получать удовольствие от пищи, это абсолютно нормально. И последний бонусный пункт. Нет плохой и хорошей пищи. Пожалуйста, запомните. Помните о том, что съеденная шоколадка не делает вас неудачником, который не выдержал диету. Это нормально. Более того, эта шоколадка даже не помешает вам худеть. Но если вы на фоне этой расстроенности, разочарования в себе, съедаете еще 5 шоколадок, вот это уже проблема. Поэтому никаких эмоций, никаких самоосуждений, нет плохой и хорошей пищи. Это просто еда, никаких эмоций, не привязывайте к этому, пожалуйста. Съели шоколадку — вообще не проблема. Просто в следующем приеме пищи поменьше гречки, побольше овощей. Компенсировали. Пошли дальше. Это даже не кочка на вашем пути, это маленький камушек.